Более 10 тысяч детей Самары этим летом отдохнут и оздоровятся в лагерях и образовательных центрах. В городе и в непосредственной близости от него находятся 7 лагерей. Депутаты Самарской городской думы проехали по некоторым из них, посмотрели, как отдыхают ребята, как организован для них досуг. Оценили питание и условия проживания детей. Подробности в нашем материале. Детские образовательные центры «Заря», «Арго», «Авангард Самара», центр «Дзюдо мужества». По такому маршруту проехали самарские парламентарии. Обсудили обновление инфраструктуры. В лагере «Заря» в планах построить новую столовую. Сегодня мы прикладываем все усилия с тем, чтобы получить софинансирование со стороны областного бюджета. Вот, то есть мы видим поддержку Министерства соцзащиты. Защита, развитие. Питание в лагерях пятиразовое. Депутаты оценили меню и проверили работу пищеблоков. По словам парламентариев, в лагерях созданы все условия для отдыха и оздоровления детей. В корпусах климатические условия соблюдены. То есть сейчас вот душно, немножко жарко. Лето все-таки, да, так сказать, а вот в корпусе комфортно. Соблюдается полностью питьевой режим, как внутри помещения, так и вне на улице. Вот, созданы теневые навесы, подведена везде вода, в том числе горячая вода. Ну, такие вот нормальные, комфортные условия. В планах на межсезонье продолжить модернизацию загородных лагерей Самары. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.